в жопу. В принципе, тактика вот эта рабочая, согласитесь? Да, по-привет. Урона намного больше в босса и в трэш. Трэш убили, побили босса. Трэш убили, побили босса. То есть есть свободное время для этого всего. Так, ладно, отбегу. Сколько бы ты раз обосрался в моем месте? Там нужно тайминг идеально подобрать. Идеально. Красиво было. Да ладно, нормально получилось. Это не 20% плюс... за 10 комбо. А что там есть еще? Есть кто-то стаунтит, типа, на моменте, когда он кастует? Плюс этот момент нужно еще отслеживать, чтобы у меня какая-то прожимка была. Потому что у меня, если он, получается, сбивает зеленку, то тоже автоматически обновляет стаки. То есть мне нужно сражаться. Зубы есть, если что. Ну да, да, Санька, у меня своих сейвов хватает. Так смотри, у меня своих сейвов хватает. У меня сейчас ничего не хватило по факту. Мне не хватило энергии, ну не энергии, а вообще силы рун. Я понял. Ну не, можно было сказать, зубы отдал бы, пофигу. Так а смысл? Меня бы все равно сложило бы. Ну я бы набрал бы 20 стаков зубами, и еще дальше вы бы просто охерели бы. А там бы, может быть, ты уже поражался. Так смотри, Санька, это же не так работает. Там, получается, за каждую стрелу он увеличивает общий урон. У меня есть зеленка, она поглощает определенное количество урона. Угу. То есть, если она поглотит 50% урона от моей жизни, она снимается. Понимаешь? Ну, то есть, если на меня автоматически залетает больше, чем 50% урона моей жизни, все, она же считает, я стаки никак не скину. Поэтому... Ну, поэтому я здесь по факту тринку прожимаю, когда скидываю, прожимаю зону антимагии еще. Короче, много чего. Щит прожимаю костяной. Ну, Саш, тебе Юи подсказывает, ты когда на стаки скинул, ты мог забрать у тебя под сейвами тоже прожаться и подержать прям буквально 2-3 секунды. Сколько там. Ну, все, не вопрос, Юи, давай тогда ты будешь на подсейве. Ну, ему там пал, может и капли кинуть. Все, давайте палку заставьте, ребят, погнали хавать и начинаем. Так, вообще тогда не проблема. Юи, тогда не трать, пожалуйста, свои прожимки. Я тебе скажу, что заберешь меня, если я обосрусь. Тогда бы убили бы, да, мне там буквально секунду нужно было скинуть так. Ребята, палку заставьте, давайте погнали. А, так еще ж не все здесь, Петька еще не здесь был вроде. Саня. Петька отошел у нас, попросил. Вадим еще пошел пописить, Пахлаван пошел покурить. Сейчас покурят. Пищают, покурят. Все, не вопрос. Давай тогда ты будешь у меня на подстраховке, Юи, потому что как-то так. Санечка, ты лучше зубы вот как раз-таки на Юи оставляй. Если он забирает босса, я сказал, Юи, забирай. Ты его максимально засейви. Милости луны в него. А, короче, после того, как он сказал, ты забирает, сразу зубы в него кидает. Да, когда я сказал, Юи, забери, тогда ты, да, в него зубы закидывай, и милости луны сразу закидывай, чтобы его не сложило. Хорошо. Ну все, а так я дальше, в принципе, сам справлюсь. Ну, я один раз, кстати, просрался. Ну, как бы почти два, один раз повезло очень сильно. Там, короче, миллисекунды, я уже думал. Обновит или не обновит? Так, оп, не обновил, дал шанс. А потом решил, что надо задыхать. Ну, Пахлыван, Петя. Юй, потом могу что-то рассказать, как это делается, соло танчится. Это ты можешь ну, обновить вот эти три ебаные метки, они мешают смотреть черепок над головой людей. Да, могу. Давай я ставлю только одну квадрат. Пусть будет. А зачем квадрат на мне? А, понял. А, ты имеешь в виду над головой, которые метки, да? Да, конечно, ну не те, которые в комнате, а над головой у людей вот эти вот крест, тут? Кружок. Вот так. Я тебя понял, конечно, можно. Они вообще мешают. А те верни лучше. Я тебя заебали, парни. Да просто ориентируйтесь, что... А, вообще, кстати, здесь Пахлыван, это ты был, да, по голосу? Нет, это мистер Бонд. А, мистер Бонд? Я вот ваши голоса путаю, у вас похоже по мне. Потом. Пахлыван, ты здесь? Да. Все, ставлю рыбу. Ничего не менялось?
Арбуз не, ничего не менялось, только сейчас мы 100% убьем, если не слакаем, потому что Юи будет чистить меня таунтить, если я обосрусь там разок. Под зубами, пока я стаки к нему. Ты же не обосрешь? Ну, блин, буду стараться, это не так просто. Тут нужно тайминги ловить. Да просто Юи скажешь, он все сделает. Да, я просто вообще не буду к вам лезть. Следить тупо за собой. Убрал уже макросы на руник. Будет нормально. Санька, Майлик. Тут. Все, заходите. Ну, кто там? А, это мой пес, блин. Герба. Да, давай Герку, Женька. Как все могут бить? Семечка на Сацуна. Через секунду выберем. Выбежал. Так, я вышел. Okay. Метка, мистер Бунт. Петь, на тебя один бед. Да. Не дали побить. Мистер Бунт прохил, я после касса захожу. Заходи. На мне семечка. А у тебя ничего нет, все нормально. Хлован выбежал, нет. Ой, ничего не делай, Бахлован, вообще ничего не делай. Только стоишь и ждешь каста. Баблом скинь. Мистер Бон, замените семечку. Я выбежал. На мне метка демона. Я выберу. Хорошо. Семка попал. Окей, я выйду. Семка появилась. Выбегай. Ну, за следующий свой сопли зайду. Как шотнуло, не понял. Два тика. Понял. Мистер Бонд вышел. Там, да, здесь не прохил, короче. Как так? Попробуем бить пока. Да, не прохил. Я также поймал, да. Че, петь ты за действия координируй? Все. Угу. Потому что у меня тут реально много чего отслеживать надо. Мистер Бонд, захожу. Сосуна пока стоит. Метка на Сосуна. Нормально, мистер Бонд вышел. Мистер Бонд, заменить? Мелик. У меня 7. У тебя 3 секунды. Успеть спасти, все. Баблумский. О, у меня хил здесь хиляет, сейчас больно будет побегать. Мистер Бон, выбегай. На мне метка. Забирай Юи, забирай зубы Юи по Юи. Да, укупал. Заберу как смогу. Поехал, Мэйк. Бесы вышли, взорвали семку. Забрал. Мистер Бонд, семка, замените кто-нибудь. Большие вылезли. А Юй, у тебя была семка, что ли?
Семка нельзя забирать. Мне сразу по злу. Ладно, да, подойдите. Да, давайте пойдем. Если. Дима не было. От большой, короче, настакал. Если появляются большие демоны, сразу даем Геру, и все играют в этих квестах. Кроме тех, на ком метка. Это единственный способ выжить. Так, подожди, мне надо сейвы распределить. Мне не хватило сейва. Я то есть сделал сейчас все правильно, мне не хватило именно сейва. Так, это получается у меня восстановление 45 секунд математической панты. Не сбыба 2 минуты, по 3 минуты. Все, хорошо. Я просто не все сразу буду отдавать, а потихонечку. Мне, короче, не хватило, было 10 стаков, я бы скинул, но он мне вот как раз таки снес. Санек, зелен. Петь. Не хочешь стаков кутринку надеть одну? А нет, здесь, смотри, у меня было 36 косарей хп, понимаешь? Да, Петя не прохилили, я начал Петя хилить, и он тут умирает. Мне прилетел, у меня получается первый тик 5 косарей срезает у меня 94%, следующий, ну там через щит что ли, не понял. Потом следующий тик 75%, и через 0 секунды прилетает шляпа эта. Так вот, царек, мавар. Под каст демонической адлайн ты в эту цель должен закидывать щиток. Так вот, проблема в том, что я не вижу цели вон в кого он кидает. Цели поставь. Это что босса, босса выдели, Саша. Да, как босс у меня выделен. Интерфейс. Цели не стоит? Скажите. Нет. Ставь. Фиксация на цели, да? Не, интерфейс. Интерфейс, бой. Цель выбранной цели. Справа верхняя галочка. А, всегда, чтобы было. Понял, ага, спасибо. Ну это тут сразу видно, что не перепещал. Не. Вот, и получается, тебе обязательно нужно закинуть этот, как его, щиток в эту цель, в которую он кидает лайн. Если на этой метке демона, то ты кидаешь щиток плюс прыгающую соплю, если она никогда. Твой приоритет удерживает как раз вот эти метки, потому что скибиди удерживает танка с мелизоной. Ну, когда я все хорошо делаю, меня прям не надо сильно хилить, ко мне урона почти не прилетает. Но... Ну, по рейду все равно дохили еще урона. По рейду, да. Сейчас сколько боссу снесли? Опять половину, да? Меньше. 50. Ну, чуть плюс-минус, но все равно больше, чем... Тогда мы по 20%. Ну, мы сейчас, по-моему, без Геры были. Да. Геры? А, без Геры, да, без Геры. Без. Кстати, теоретически Геру можно с пула слить, и все. Какая разница, когда? Ну, блядь, на злобных бесов, конечно, пригодится, но по факту мы не должны кто вообще этих злобных бесов. Да нет, там, не там же дырявые эти бесы. Там. Я одного сам почти расколупал. Ну, большие, да, они... Короче, проблема этих злобных бесов, то, что они не таунтятся в первый момент, но зато они станятся. И они бьют какую-то таргет. И если на нем будет семка, они ее пробьют. Все. Я дал стан, и типа нормально, почти по хп. Мистер Бон, семка, я выхожу. Мистер Бон, рейд. Блять. Ладно, уезжу сам за бри. Отходите. Я бросал кругущим. Я вышел. Ну, я всем первый хожу. Детка на мне. Еще одну надо? Ну, у меня просто ничего нету. Пока бьем, потому что смысл сразу выходить. Нету демона, то он кинет. Сразу. Вот после длани я выхожу и все. Я увижу сейчас точно. Семка на сосу. Мистер Бон прокил после каста заказа. Мы еле выйдем. Прокил мисс. Метка на мейлик.
Я уже видел. То есть каждые три длани примерно он кидает эту метку. А можно вот это дисплей трехсекундный нахер? Без толку. Все равно геотик. Подхиливай себя, ман, не трать просто. Вторая. Ой, захильте, я мой лик зайдет. Захожу. Баблом с ним. Я зашел. Я сам смотрю. Раз. Блин, а можно кто-нибудь замучил микрофон тот человек, кого там это... Два. Пропаганда. Мистербон прохил. Пока нет каст. Хлан, выбеги. Хлан, выбеги. А я вот полетел, уезжу. Мистер Бонд, поменяйте семку. Сейчас. Два, я выбегаю. Я выбегаю. Я принцип понял, две демонические... То есть метка демона, две демонические длани, выжившего человека. Все. А будет метка демона на меня. Все, стою. Бейте. Я скажу, когда выйти. Мистер Бонд, бейте. Раз. Я попрошу, мне зубы понадобятся. Наверное. Когда попрошу только. Маэлик, выйди. Не, лучше Вадим массакру нажмешь. Если на тебя семки не будет. Шурик, Малатик, отдай ману. Ухожу. Выходи, мистер Бонд. Да, я вышел. Отдался. Саня, зубы. Сокру давай. Блять. Непонятно. Слишком много бафа. Забирай Юи, когда сможешь. Я в Юи зуба дал. Я понял, чтоб и в Юи не меня. Окей. На мне щемка. Ой, блять, надо, чтоб с Юи кто-то забрал. На мне щемка. С Юи надо забрать. Прохил после костазы. Зум 50 на 50. Прохил, мне срабо. Все. Сейчас заберу ее. Сейчас забрал. Отлично. Живем. Пока. Раз. Мистер Бонд, успеешь выйти? Все, стой на месте. Вышел. Сейчас меня вторая прилетит, и с этого третьего будет. Совсем на семку. Так, если на тебя семка, кто это заменит тебе? Я ушел. Давай я... На мне метка. Не, там мистер Бонд сейчас стоит, и если на него повешается метка демона, короче... На мне, после... на мне. Короче, я понял так. Я сейчас выйду. Все, я вышел. Войт, отдай, пожалуйста, ману. Да. Я понял, вообще изи тактика. Тихо. Мистер Бонд прокил. Захожу. Сосу на семку. А мне нет. Где мама? Скибиди ноль мана. Я могу возложение рук дать, там 2000 даст. Давай. Дал тоже. Прохил, ухожу. Сука, надо будет Юи как сможешь забрать снова. Отдам Босбан. Забирай. Мистер Бонд, нет. Юи. Семка пизда будет. Отдавайте магическим. Все нормально, держись, живи под антимагическим, чуть-чуть осталось. Сонная семка. 10 секунды буквально. Я снаружи. Все, забрал. Мистер Бонд. Забрал босса.
Не хватает прожимок. Захожу, прохил. Женя, нужна мана как-то. Жень, когда нет на боссе мобов, нет, постарайся чуть-чуть бить их, восстанавливая ману. Да как нет, сможет. Включайте на боссе. Я могу кидать. Подкиньте, наверное. Я буду кидать на ману ему. На выйди метка. А, тогда я бью. Захожу. Стербонд 7. Стербонд 7, выйдите. Я выбегу. Сюда. Я выбегу, у меня бабл есть, если что. Да. Метка на мне. Жень, как там будет возможность, старайся ману восстанавливать. Стербонд вышел. Меня поднимите. Вой. А, что тут было? Я захожу. Снял. Блять, опять. Прохил, мисс. Ну нормально, ты убьешь, но там дальше просто пинаю. Саня, зубы, если что, есть? Нет, Сань, я случайно отдал их. Метку. Нормально, я по идее. У меня расовая есть, если что. Да, закинь, закинь, закинь. Отдал. Все, окей. Кинул, Сань. Сацу на семку. Майлик заходит, подхильте. Метка мистер Бонд. Ферки собирай. Ладно, по шарикам. Весь бинт будет. Я вышел. Все, бьем. Сейчас вторая будет. Шляпа, и я выбегу. А, ну, что-то да, гимна. Я выбегу. Умовара. Прохил, мистер Бонд. Захожу. Выхожу, лутаю семку. Ну, это метку. Сосу на семку. Юй, забери. Если можно. Если еще раз бином. Все четко, я знаю тактику. Все, забрал. Отлично. Аж раз. Ману уже не там. Мистер Бонд, бей босса. Пока бейте все. Есть возложение рук по скибизе? Два. Сацуны, выходи. Три штуки отдали. Сейчас я ухожу. Сацуна будет с меткой. На мне семка. Выбегите кто-нибудь вместо Сацуна. Да, замените. Я не могу. На мне тоже. Давай. Да, кто вышел, мистер Бонд? 4 секунды, гимн отдам. Я вышел. Бонд обратно. Гимн на ману отдам, 4 секунды. Отдаю же гимн на ману. Добил. На мне гимн отдам на ману. Мистер Бонд обратно. На мне метки нет. Бей, бей, бей. Блять. На Юю мне. Меня нужно будет кто-то, чтобы кто-то босса забрал. Зубы есть, Сань. Поздно, уже не спаунит. Ее уходит. Я могу забрать, минус 50 забрать. Надо? Забирай из зубы. Похлован, давай, забирай. Давай, забрал. И хлоп. Приз вышел. Зубы отдал. 3 секунды, Геор. Мистер Бонд. Вот на тебя, если что. Так, ухожу. Прохил, прохил, прохил. Че, Гера, даем? Да, взорвалось. Конечно, давай. Как только большие бесы, сразу беру. Да, ой, баунд. 7, мистер. Я вышел. Готов ловить демона. Два лимона. Давайте потеем. На мне метка демона. Все другие есть, пока да? Есть, я выдал. Пока стойте. Пока бейте босса. Семка сосуна. Сейчас кинет. На мейлике нет ничего. Раз. Прохил. Да бей, бей, бей. Я бью, сейчас. Я бью просто. Да. Мастербон, мастербон, ой. Майлики семка. Если что, вторая прилетает. Не... Сейчас прилетает меня и выходи. У меня есть сакра, если что, если нужно. Ухожу. Ухожу, стойте снаружи, кто вот на самом. Да, я вышел. Стасу на семку. На меня метка. Специально чайко. Прохи, блядь. Почему вы вышли?
я дал им стан. 800 тысяч, душите вообще босса. Я сейчас выйду и ворвусь в босса. Давайте босса, давайте босса. Все в босса, пустим в босса. Пиздай, я дал просто шагу. Пизда, дал давайте шагу. бабл, давайте палы бабл, если есть. Бля, мистер Бон прохил. 50 тысяч. Давайте. Давайте, сука, 3К. Фу, блядь, это не так. Я вас ненавижу, блядь. Теперь, Жека, ты после сегодняшнего рейда идешь делать ночного эльфа. Ты по мане не сядешь. Первый момент. У меня подмыхи звокли. Какая же тактика классная. Кстати, нет, это еще хуевая тактика. Я понял принцип работы всей этой шляпы. Типа один человек может просто стоять? Один стоит, и его просто заменяют. Все. Смотри, получается, бьем. Я про это вам и говорил изначально. Не, я просто сейчас ее просто прочувствовал полностью, как это работает. Зашли, чуть-чуть побили, выбежал. Один выходит, он стоит. В него прилетает демоническая длань. Выходят бесы, вторая демоническая длань, приходят бесы, потом вешается метка демона. Длань, он уходит в медитацию, и следом сразу же идет следующая метка демона. Ребят, вставайте, тут портал вверх, и пошли тут побежать. Поняли принцип? Ну капец, он настолько потный, это я офигел хилить. А куда нам надо? Сейчас еще мурча попилить. Да нужен просто мурча попилить. Чё, мистер Бонд на Мауча по-любому надо, чтобы джангл заходил, потому что будет пизда на сложе там. Кожаный пояс. Давай. Им ты красавчик. Кожаный пояс. А никому тогда не нужен. Женька, на ну, обмен балл, тебе. На... Жень, подожди 5 секунд. На рыбу. И сапроты. То я пойду на мага. А чё, сапроты выдают? Ну, я тут свои сапроты пью, бля. Это я выдал на себя, если что. Ну, если надо, кому-то отдавай, да, на гильдии. А, сейчас босса с сапротами бьем, да? Да, по-любому с сапротами. У меня, короче, ездит час времени, чуть больше на Мауча. Ну, это потная хуйня. Мауч все равно попроще, чем это, да? Как сказать, всем. Как сказать. Я предлагаю, если что, вдруг КД продлить. Ну, уже продлили. Ну, да уже продлили. Завтра пойдем здесь, и будем бить. Нет, там не, завтра будет. У нас Груль Магик, а в среду пойдем. Мы там. Груля у Магика убили, нет? Ой, Груль, да, только Груль. Ну, говорили, пот на пизда. Тут, короче, мне нет, просто чуть-чуть не хватает. Пот. А. Не хватает. Просто, Сань, подожди. Я чую в виду то, что этот Малч, он в приоритете, чем Груль. Ну, я так считаю. Груль все равно надо убить. Надо. Пошли трех хотя бы почистим. Ну можно на среду убьем? Его оставить. Нет, так на среду лучше, если что, Мауча оставим. Все нормально. Если не успеем. Но я думаю, мы успеем убить. У нас в пачках сильная по урону. Ну тут тактику я уже... А, не, ну я помню, в принципе, что делать. То надо диспелить. Я помню, а нас некому так. Диспелить, кроме Жени. Есть. Маг, я еще... Маг, все, понял. Там декурс, а не диспел. Перестарт. Вот вы втроем будете полностью сидеть на диспелах. Ну так я знаю. Ну это херово. Надо два диспелла, не включая хила. Нет, я же диспелил на друиде. Кстати, перезагрузка 15 минут, пиздец. То есть, не обязательно этот момент. Но ты друид, ты ходки развешал. Вот. Ну тоже верно. Вот и все, это уже какой-то прохил. Ну короче, ладно, попробуем, посмотрим. Да я если кто один по диспелю, просто не столь важно. Я буду по приоритету диспелить, там хилы танки вначале, а потом топовые. Да, ну, хуя. Во всяком случае, мы глады поднялись. Ребят, а бульку-то не купили, да, на стан, на лес? Там, кстати, протпал, я так понимаю, нужен вторым танком. Да, у нас, вот, у нас протпал, похвала. Чё за булька на лес? Что ну там ты выпиваешь, тебя станет, тебя не могут контроль взять. Хочешь, если тебя там Малша выбирает, и ее выпиваешь, и ты встань, и в общем ты не бегаешь по рейду, никого не пиздец. Это опьянение или что-то такое? Это был классического контента, 60 уровня. Не, тогда, ну, там 3 или 4 контроля сейчас. Будет у нас. 3. А у нас будет еще 2-3 дивана, не забывай. Мы можем пожертвовать, допустим, тебя одного.
на крайняк его Дима. Иван должен танк давать, потому что он трэш собирает, и если его в контроль возьмет, то это вайп. А так... Вы понимаете, бульку можно будет снять, а игрок не умрет. Иван, пожалуйста. Это один раз, Жень. Так мы и переведем его быстро. Нет, там три контроля минимум будет. Кто знает, да. Кто знает, эльфийская способность эвейдит, если на РНЗ стоять. Босса? Нет. Короче, смотри, на фазе лес ты будешь стоять на небольшой дистанции. Если он тебя в таргет берет под контроль брать, то ты уходишь в инвиз. А, насчет этого не знаю. Я думаю, что не работает. Петя. Но я могу, по-моему, некоторые, не некоторые косты я и выйдет. Но я про то, что даже баба, по-моему, не выйдет от МКР, насколько я помню. Я помню, что нам ХПшка нужна. Вот. Ребят, там это самое, у Пахлавана немало ли жизней? Я в шуме для РБК проносил. Сейчас я переоденусь. Не знал, извини. За что они, кстати, страшно, тоже молодцы, да. Убили. А девочки, за удивлением. Реально рабочая тактика, когда все бьют, намного проще, больше урона, просто больше. Так они, так я вам это тысячу раз тогда утверждал, что когда соло танк, это тысячу раз проще, потому что урона не больше. Соло танки дело. И в этом тоже. Они в трех стоящих. Ну, типа. 3DD минус десятки. Но смотри, но просто ты учти фактор, что у нас сейчас были все люди в рейде, которые умели закрывать комнату. Это при этом то, что работает. Хорошо. Кто у нас закрывал комнаты? Два паладина, ШП, и вот вы с бондом. Ну я там штуки 4 или 5 штук. Ну да. Ну я закрыл 3, 2 баблом, 1... Ну, чисто. Ну короче, смысл такой, что нет смысла держать на РНЖ... Даже два человека. Да. Один человек на РНЖ стоит, лутает, короче, эту длайн. Раз, длайн два, на него повешалась метка. Длайн раз, длайн два, выбежал второй человек. Тот ушел в медитацию. Выходит тот, у которого порча спадает или нету вообще. Тот уходит в медитацию, и на второго вешается метка демона. Тот убивает быстро своего демона, если баблом, то идет пинать босса, потому что... Длайн раз, длайн два, и потом только тот входит в медитацию, вешается новая метка. Поняли принцип? Я понял. Конечно, я ж потом уже принцип умет стаки скидываю, Петя. Ты то есть попробуй, там тоже определенно. Вторым статиком это закрыто. Так смотри. Не-не-не-не. Здесь конкретно я увидел сейчас хилы должны 15 минут хилить безостановочно и выжимать это все. Короче, где-то. Ебанутые хилы нужны, все. Даршан, ночной эльф, вот я скажу вот так. Так в том-то и дело, что, смотри, по планам среда КД есть, получается, я это КД забираю на своего ДЦшника. Иду, помогаю, сколько успеваю убить боссов. Ну, в идеале, если убьем копыта, идеально будет, но я не уверен, что мы убьем копыта. Убьем, допустим, Марана убьем, останется копыта Мауча. Опять мы этой пачкой заходим, убиваем копыта, и на Мауча просто свечаем тех людей, которые... Ну, ты понял, короче. Ну, мы сейчас Мауча пощупаем, поймем, что Мауча ты. Геморрой? Я посмотрю, ёбанан, 26 тысяч. Ох, нифига, ему ХП апнули. Ну, апнули ему ХП. Здорово. У него было 18 миллионов. Можно так. Я на полторы... А, у нас 10 минут, так что... Да, 10 минут перекурить. Тактику рассказываю, я тактику примерно помню. Это вот это давай, должно Джанка. Быть? Или другое какое-то? Оцепенение. Давай, полетели Джанка за сумоним, алло. Со мной кто-нибудь. И потом все внимательно слушайте тактику, 10 минут я буду как раз рассказывать. Я пока выдышу, а будете играть. А, Женька, тебе тоже, в принципе, нужно освежить тактику. Лучше бульку мою что возьмешь. Если ты дал там кучу. Подожди, я здесь говори, я просто выйду, чтобы бульк не тратилась. А, ну ладно, тогда сейчас нужен Джанк, чтобы он визуально видел все, что происходит будет. Я просто единственное, что надо будет поставить грамотно, поставить мага с ДЦ, чтобы ты смог диспелить, допустим, левую сторону, я правую.
А, у нас милик, у нас опять это мало. Ты забудь, я этот буду вообще почти весь на дисплее, а ты, получается, с тебя будет одну-две цели только за дисплее. Тяж, там дается очень мало дисплея, там дается 2 секунды, ты не успеешь продисплеить. 3 цели. Не-не-не, Жень, там... Там, там не так работает, там, пока ты не снимешь диспел, получается, ты не килишь, не дамажишь, вот, там, все, что дает. 3 цели это сейвить надо на поджигание. 2, а не 3. Да. Или уже 3 сделали. Я не знаю, там ему, ему сдиспелить себя только, тебе второго хила сдиспелить ДЦшника, и потом самого тупого ДДшника надо диспелить, и в конце только танков. Ну, танка тоже надо, танк по танку проходит. Только в конце, потому что если ты будешь танка диспелить, по танку проходит прохил, исходящий прохил не проходит. То есть если ты хила не сдиспелишь, он хилить не будет. Может, может, может. Диспелит ДДшников, потому что если ДДшников не диспелить... А, да, все, эффективность исцеляющих, да, заклинаний, все, все. И урон способности. Да, танка может в конце диспелить. Надо хилов в первую очередь и ДДшников. Ну, у нас один кадр был, который диспелил танков и вайпались 5 часов. Так что ДДшников топовых надо диспелить. По ДПСу. Кто не, конечно. Да, так и буду делать. Так, все здесь уже, Джанка засмонили. Смотрите, танки. У босса получается тупо 5 фаз. На первой фазе. На первой фазе 3 миличника у нас есть, получается. Майлик, Сацуна, Хики. Тоже как на ранее бьете на фул РНЖ. Хики бьется слева от босса. Этот, близок лево. То есть вы стараетесь себе спину бить, потому что у него парирование. Но выбегаете как бы влево по диагонали. Вот смотрите, стоит босс. Вот. Получается, вы стоите, бьете все спину, Хики убегает так по диагонали влево, ты, Вадим, убегаешь назад, он убегает в сторону вправо. Сейчас скажу, на каком косте. Кольцо мрака. 12 тысяч урона за каждого человека рядом. Поэтому нельзя стоять рядом. РДшники автоматически изначально становятся полукругом вокруг босса. Женя будет стоять справа, где-нибудь в самом краю. Справа в самом краю. Саня, будешь стоять слева в самом краю. Я где-нибудь пациент. Нет, Женя справа в самом краю, я слева в самом краю. Да, ты по центру. Ты по центру будешь стоять. Это первая фаза. Она, в принципе, простая. Она вся заключается в том, чтобы вот отбегать, получается, и снимать порчу. Также на миликов и вообще вообще всех будет вешаться вот такая еще порча. Она не декурсится, если что. Она снижает максимальный запас здоровья. И... Этот, подождите, ту скинул. По-моему, ту. Короче, факт в том, что вы под этой херней, смотрите, аккуратно не уезжайте, ну, не бейте очень аккуратно. Особенно танки вас касается, там по 10%, по-моему, вылетает урона. По 10% от ХП, точнее, залетает в каждой атаке, поэтому следите. Вы можете бить босса, но следите за своим ХП, то есть сильно не врываетесь. Чувствительная порча. Это первая фаза. Потом... У босса 75% здоровья, запускается вторая фаза. Вторая фаза. На второй фазе. На второй фазе добавляется еще одна способность. Вот такая, пожирающее пламя. Там залетает от огня 32 тысячи урона. Этот урон, если что, урон делящийся. То есть, как это работает? Вы можете, допустим, один милик подбегать под танка, делить урон. Один милик. Остальные убегаете. Либо два милика потом сбежаться. Но, такой момент. Смотрите, он после этой херни почти сразу кастует кольцо мрака. То есть, ну, соответственно, нужно сбежаться, разделить урон пожирающего пламени и разбежаться от кольца мрака. Это касается миликов. Что касается РДДшников, нам нужно будет их сейвить в первую очередь. На кого вешается пожирающее пламя, нужно будет либо зубы какие-то, либо айсбаунд, либо масса сакра, либо соло сакра. Что человек сразу дыхает. Плюс, Санечка, твоя задача обязательно этого человека засчитывать. Если не засчитываешь, он сдохнет просто. Пожирающее пламя – это вторая фаза. Вот эта фаза одна из самых сложных. Она будет длиться... Ну, какие-то, я уже не помню, правда, по процентам. 40 у него написано. Потом 40, 30, 20.
До 50%. 50 написано. Все, до 50%. То есть нам надо забурстить будет 25%. Можно двумя способами это сделать. Отдать Геру, потом на одной фазе переждать 10 минут Геру, когда Геры. Либо попробовать без Геры. Мы, наверное, попробуем первый раз Геры, если хорошо пойдем.